Приветствую вас, уважаемые дамы и господа. Итак, наш корабль причалил к Пуэрто-Рико, город Сан-Хуан. Вот это наш корабль. Довольно небольшой, сравнительно небольшой, Norwegian Jam. Он где-то, мы посчитали, где-то 650 метров в длину. Итак, вы видите на карте, мы подошли к Пуэрто-Рико. Это южнее Кубы, южнее Флориды, Кубы. В общем, мы пришли вот в этот порт. Посмотрите, какой прекрасный вид открывается перед вами. Этот город, который живет за счет туристов, за счет того, что люди приезжают, живут в великолепных гостиницах пятизвездочных, у них великолепная теплая вода, кстати, сегодня 30 градусов температура воды, великолепные пляжи, и толстосумые люди приезжают здесь оставить свои деньги и хорошенько отдохнуть. Сервис здесь на самом высшем уровне, потому что в принципе, страна зависит от туристов. И, естественно, сервис здесь великолепный. Вот пристань, мы сойдем с корабля. И так как у меня всего лишь есть несколько часов свободных, мы пройдемся буквально квартала 2-3 недалеко от корабля и посмотрим вот этот остров. Так как это территория американская. И вот посмотрите, это вот центр, старый город, где большое... С чего начинался этот остров? Открыли его, кстати, этот остров испанцы, но приблизительно где-то лет 100 этот остров принадлежит уже американцам. А вот посмотрите, какая прелесть, такие фонтаны. Кстати, сейчас температура за бортом 30 градусов, а вчера мы вышли из Нью-Йорка, было всего лишь 3 градуса Цельсия. А вот посмотрите. You kidding me? I'm not kidding. Three chickens. Yes. А вот прямо по улице, прямо тротуару живой близзард. И люди говорят, что пуэрториканцы называют его курица из дерева. Они живут на деревьях. Размер довольно большой. И вот рядом мы подошли, живая рыба прямо. Никто не ловит. О май гаш! Это сом, по-моему, нет? Нет, это не сом. Вот живая рыба, пожалуйста. Yeah.
видео, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк и напишите коммент. Благодарю вас. Всех вам благ.